Воскресным утром набережная Александра III собрала сотни спортсменов. Они пришли сюда, чтобы принять участие во всероссийском массовом забеге. Благодарностью к вам за то, что вы нашли время поучаствовать, потому что активные, здоровые жители, люди просто, это самое главное богатство любого города, ну и, конечно, города Иркутска. Полумарафон стартовал одновременно в 85 регионах страны. Всего поучаствовали в забеге больше 120 тысяч человек. Такое число стало рекордным и для самого мероприятия, и для подобных стартов во всем мире. 5, 4, 3, 2, 1. Забег на 21 километр начался в 9 часов утра по московскому времени. Участники выбирали дистанцию по своим силам – километр, 5, 10 или полумарафон – 21 километр. Последнее – настоящее испытание и для профессионалов, и тем более для новичков. Бежать предстояло от памятника Александру III до конца Нижней набережной в районе Фортуны и обратно с заходом на острова Юность и Конный. Я хочу пожелать всем получить удовольствие от участия в этом мероприятии. Может, кто-то сможет преодолеть себя впервые, преодолеть какую-то намеченную для себя дистанцию. Это будет огромный успех. Золото всероссийского забега на 10 километров забрал Александр Попов. Уроженец Томска, занимается легкой атлетикой уже несколько лет. В планах у бегуна был полумарафон. Но, как объясняет спортсмен, на желаемую дистанцию не хватило слотов. Пришлось бежать 10 километров. Первым финишировал спортсмен неожиданно и для себя, и для волонтеров. Я бегу, я говорю, куда бежать? А я начал влево. Она мне говорит прямо, я в итоге об этот борт зацепился и упал на колено. Но это ничего, это мелочи, добежал, все нормально, трасса хорошая, ровная. Маленько накрапывалась усталость на Нижней набережной, когда мы развернулись, там это полный песок. Я думаю, никто к этому не готовился. Да, это было неожиданно. И там очень сильно упал темп, и ноги завязли. Роман Хамкалов прибежал вторым. Спортсмен родом из села Кырен, что в Бурятии. Бегом занимается еще со школы. Рассказывает, что во всероссийском забеге участвовать не планировал. Несколько месяцев готовился к соревнованиям по трейл-раннингу на Байкале. Но из-за лесопожарной обстановки старт перенесли. Тренер мне сказал бежать с темпом 3.30. 3.20 не брать, потому что я наемся и все, и в итоге пропаду. Ну и я бежал с моим напарником. Саня, не помню, хоть на 21 убежал. И у него были часы, он мне говорил темп. У меня обычный секундомер. Вот. И темп я поддержал нормально. И дышалось хорошо. Для Андрея Жиндаева победа значения не имеет. Спортсмен не строил планов и отбежал дистанцию легко. Говорит, что такие забеги – лучшая тренировка. То есть побежали, я вижу, как бы, что я первые двое убежали, бегу третьим нормально. Сзади бежит за мной кто-то, но я не вижу кто. Я думал, четвертый. Думаю, надо додержать, чтобы третье место удержать. Ну и все, я, в общем, додержал, финишировал. А оказалось, что за мной бежала девушка. То есть, в принципе, можно было чуть-чуть даже помедленнее бежать. А так все понравилось, хорошо, разметка хорошая. Единственное, жарко. Города-участники забега поборются за звание беговой столицы России. Ее выберут по особым критериям. Учтут и скорость марафонцев, их количество и общую дистанцию на всех участников. Екатерина Сроватская, Сергей Коваленков. Новости сейчас.